С 1 июля на территории района Астана областного центра стартовали работы по обрезке деревьев. Напомню, что она разрешается лишь в случае аварийной ситуации, если ветки мешают линиям электропередач и несут угрозу для жителей. С ходом работ ознакомилась наша съемочная группа. На сегодня по проспекту Али Молдагуловой работа идет полным ходом. Первым делом обрезки подлежат свисающие ветки, которые закрывают дорожные знаки, светофоры и камеры видеонаблюдения. Также ведутся работы, которые свисают, ветки свисают над тротуарами, вот как вы видите, вот сзади меня вот, данные работы. Формовочные обрезки, обрезки свисающих веток будут производиться до конца года. А также ведутся работы по обрезке аварийных и сухостойных деревьев по территории района. В осенний период планируется работа по омолаживающей обрезке после того, как на деревья опадут все листва. Данные виды работы планируется проводить в конце октября, в ноябре, в декабре месяце. В настоящее время проведены работы на улицах Марисева, Вавилова, Тургенева, а также проспектах Победы и Абая. В последнее время выросло количество ДТП. Причин очень много. Одна из них – это, конечно же, свисающие ветки, которые закрывают дорожные знаки, светофоры. Поэтому мы проводим данную работу. Вдобавок, это облегчает передвижение пешеходов. Работа начинается с 8 часов утра. Заканчиваем в 5 часов вечера. Работать сложно, но это необходимо. Ведь ветки мешают не только водителям, но и пешеходам. Некоторые люди могут попросту их не заметить. На данный момент работают две бригады. Это более 20 человек. Первая бригада делает обрезку наверху с помощью автоподъемника. Вторая снизу, то есть на тротуарах. Шасан Шулбаков, Душан Жасланов, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.